Аббревиатура ВЛКСМ юным ставропольцам больше известна как название улицы. В Ставропольском музее-заповеднике к столетию комсомола открылась специальная экспозиция «Историю создает молодежь». Узнать о молодежной организации своих старших родственников и погрузиться в эпоху комсомола решила Анастасия. Девушка уже рассмотрела много экспонатов, но больше заинтересовал один. Именно устав, сам образец устава, как выглядел он в комсомоле, и очень интересно, что было до нашего Российского Союза молодежи. Люди трудились по-настоящему, они работали, и есть, ты видишь, к чему стремиться нужно. Значки, комсомольские билеты, грифельная доска, букварь для ликвидации безграмотности среди взрослых, первый трактор и даже интерьер комнаты комсомольской подпольной группы во времена оккупации. Экспозиция собрала больше 700 различных экспонатов. По предметам, фото и документам, которые здесь выставлены, можно проследить всю историю комсомола в крае. У нас есть материалы, которые связаны с участием юношей и девушек в культурной революции. То есть это на мероприятия по ликвидации неграмотности. Это и фотографии, где, на которых запечатлены занятия в избечитании. Это выступление бригад «Живой газеты». С нетерпением ждал открытия и посетитель Борис Дроботов. У него много значков, которые называют «кирпичики». Такие выдавали за каждый год работы в студенческих отрядах СССР. Спустя много лет Борис Дроботов возглавил региональное отделение аналогичной организации. Пока это интрига. Очень интересно. Мы видим так через полуоткрытую дверь, да? Я хочу все экспонаты посмотреть. К поколению, которому удалось прикоснуться к славным традициям комсомола, принадлежит и еще один гость выставки. Об этом можно догадаться по документу, с которым он пришел на открытие. У меня с собой даже вот на это мероприятие прихватил, оказался в нагрудном кармане у сердца комсомольский билет, который в далеком 86-м году получил. А считаю, это пропуск на все мероприятия, которые будут в рамках празднования столетия ВЛКСМ проводиться в нашем крае. Историю создает молодежь. Руками комсомольцев возводили объекты ударных строек. Их силами осваивалась целина и развивалась страна. И эта выставка тоже создает историю. Ирина Ивановская, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.